Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 235. Святыми становятся или такими их делает Бог? Историю создает человек или делает Бог? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Человек рождается в грехах. Псалом 50, 7 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Иов 14:4. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. 1 Коринфянам 7:14. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Ни один человек не имел другой природы, но все рождаются с первородным грехом. Но когда человек рождается свыше, признав себя погибшим грешником и приняв Христову жертву в водах святого крещения, он слагает с себя ветхого человека и облекается во Христа, делается святым. Святым его делает Бог, но не без согласия человека, не без его желания. Далее, исполняя святые заповеди, будучи движимы Духом Святым, он постоянно освящается. 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Евреям 10:10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». 2 Тимофея 2:21. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Деяния 26:18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребие с освященными». 1 Петра 1:2. «Под предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Иуда 1:1. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом». Римлянам 15:6. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». 1 Коринфянам 1:2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас». 1 Коринфянам 1:30. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением».